ТТшных патронов столько, что просто на русских позициях. А на наших позициях, на финских, там до дури, соответственно, парабашка. Что-то Шереметьев мимо побежал. Илья! Сгоревший вот этот! Да и тот тоже сгорел. Я в него лупил, лупил. Ага, рад приветствовать. Привет. Здравствуйте. День добрый. Основные копатели окопов тут. Набивалось вручную это все или машинки да. Какие-то? Машинки для барабана нет. Только вручную. Этим барабан проигрывает рожку. Ну не рожку, а магазину коробчатому. Который, собственно, бывает маленький, а бывает двухрядный большой. В смысле под Суоми? Да. Двухрядный? Да. Он гробик называется. Он такой формы имеет. А каких было большинство? Ну, в зимнюю войну только барабаны, а в войну продолжения уже гробы. А винтовки какие-то финские? Винтовки на вооружении финнов стояли изначально М27, М28, 30. Лайка в конце зимней войны поступила на вооружение М39 у Копека. Но это все варианты Мосина. Вот, доработанные просто другие они немножко. Также финны очень любили пользоваться нашими трофейными СВТ-ками. Замечательная просто вещь. И, естественно, у них вообще использовались царские драгун. Заряжается так, дальше нажимается кнопка, пружина срабатывает, он оп, снова нажимается кнопка. Видите? И закрывается. Поэтому в условиях боя патроны кончились, все. Слишком долго. А их несколько не было? Ну вот один висел обязательно в запасе, обычно два. Ну вот сейчас мы, что называется, защищали свои позиции. У нас на моего коллеги три барабана ушло, меня убили чуть раньше. У меня два ушло полностью. У вас, ну, какой-то сценарий, что ли?